Город Караганда. Это Михайловка. И я сюда вот приехал. Вот та улица Прогресса. Эта улица носила странное название «Защитная». Сохранила она свое название или нет, я не знаю. Я здесь бывал. Вот там получается вот железная дорога, насыпь, и там переход. И потом сняли. Я вот здесь бывал давно, еще в 80-е годы. И тогда это была улица Защитная. Она, название было странное, конечно. Так, название сохранилось. Улица Защитная, 84, квартира 1/2. Четыре года назад я снимал эту улицу, но не знаю, невозможно найти. Я тогда приходил, но сейчас идет активное переименование названия улицы. В Караганде много улиц было со странными названиями. Вот такие, как Зональная, вот Защитная, куда я приехал, да? Чего она должна защищать? Вот железнодорожная насыпь. Она занесена снегом. Снег такой белейший сегодня. Вчера ночью падал. До того был гололед. Сейчас вот белый снег. Защитная, 92. Михайловка — это один из старейших районов Караганды, район частной застройки. Но дома есть такие. Железнодорожная насыпь. Можно даже пройтись. Это железная дорога. Она идет в ту сторону, где Котор. Ну, там тоже Михайловка, да? И вот эта дорога идет туда, и там Копер. Можно дойти до Копера пешком. А, да, точно. Эта насыпь должна проходить над речкой. Вот улица Защитная, 102. Полиция, что ли?
раз. Не вижу, где можно сойти. Насыпь становится все выше и выше. Придется назад идти. В принципе, можно отсюда сойти вниз, но опасно, потому что можно упасть, я так думаю.